В повестке выездного совещания сразу несколько важных вопросов. Работа с обращениями граждан и обсуждение проектов генерального плана и правил землепользования и застройки. Последний вызвал у неравнодушных жителей опасения, не окажется ли территория, прилегающая к памятникам архитектуры, застроена. Идеи застроить Звенигород еще больше нет совершенно никакой. Особенно те видовые площадки, земельные участки, поймы реки, которые находятся около памятников архитектуры и Савино-Старожевского монастыря. То, что как раз в основном беспокоит жителей. Сейчас проекты генплана и правил землепользования и застройки с жителями обсуждают на небольших встречах или в индивидуальном порядке. Использовать другой формат пока не позволяет эпидобстановка. Но когда ограничения на проведение массовых мероприятий будут сняты, пройдут публичные слушания. Предполагаемые сроки утверждения генерального плана и правил землепользования и застройки – апрель 2021 года. После совещания объезд проблемных точек, одна из них – проезд ветеранов. В июне из-за сильных дождей микрорайон Ракетня оказался подтоплен. По поручению Андрея Иванова здесь соорудили дамбу. Испытание на прочность в июле она выдержала. Но это лишь временное решение проблемы. В ближайшее время проведем геодезию, поймем, какой рельеф у вот этой болотистой местности. Постараемся сместить дамбу ближе к руслу реки, чтобы еще и защитить тем самым частный сектор, который все-таки подтапливает. И уже, скорее всего, вот к следующей неделе мы сможем показать жителям тот план мероприятий, который мы запланируем на будущее. За ошибки строителей расплачиваются новоселы. Раньше на месте жилого комплекса находилось болото. Сейчас в воде уходить попросту некуда. Вот она и затапливает многоэтажки. Конечно, будем еще разговаривать с компанией-застройщиком, которая еще работает на территории города Звенигорода, строит другие микрорайоны. И все-таки постараемся их призвать к определенной ответственности. Квартиры квартирами, прибыль – тоже хорошее дело. Но почему-то проблемы, с которыми сталкиваются жители, в связи с тем, что дома были построены на болоте и не было никакого отвода сделано, почему-то с этими проблемами должны заниматься мы. Такие масштабные выезды в Звенигород станут еженедельными. Держать руку на пульсе будут по-прежнему с помощью социальных сетей «Добродела» и Центра управления регионом. При этом мнение жителей при решении накопившихся проблем окажется решающим. Евгения Августина, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».